С сотрудниками полиции совместно с Федеральной службой судебных приставов проводятся регулярные мероприятия по выдворению приезжих граждан, совершивших в нашей стране административное правонарушение. У нас очередное оперирование 16 таких иностранных граждан. Это граждане Узбекистана, которые будут припровождены сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и нашими сотрудниками до аэропорта Внуково. Далее они будут посажены на самолет и до дома. Кстати, по сравнению с прошлым годом, количество мигрантов, выдворяемых с территории нашей области, выросло почти в 4 раза. За 2013 год с территории нашего региона было выдворено 420 иностранных граждан. Но если сравнить с прошлым годом, в прошлом году за весь год, за 2013 год, было выдворено всего лишь 113 человек. То есть статистика очевидна, динамика очевидна. Это связано с изменением административного законодательства в плане ужесточения санкций статей за нарушение миграционного законодательства. Счастливые, загоревшие, отдохнувшие гости нашего региона в автобус садились с улыбкой, хоть и в наручниках. И пусть сегодня к себе на родину улетят всего 16 человек, очень хочется верить, что в ближайшем будущем выезжать нелегалы начнут куда активнее, нежели прибывать.